Боже святый и во святых почивай, три святым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земле от человек во святых своих хвалимый, давай святым твоим духом, кому ж да благодать по мере дарования Христова, и тою поставивай церкви твоей святей, овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди, тебе самому действующему вся во всех, мнозе совершившейся святеевка и муж да роди и роди, различными добродетелями, благоугодившие тебе и к тебе нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости пришедшие, готови в нем же сами искушений быша, и нам напаствуем им помогати, всех святых всех воспоминая и их богоугодное похваляя житие тебе самаго, в них действовавшего, восхваляю и о них благотворение твоя дарование быть и веруя, прилежно молю тебя, святя святых, дашь мне грешному последовать их учению, паче же твоею вседействующую благодатью, небесное с ними сподобитеся славы, хвалище пресвятое имя твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. В тебе, Мати, известно спасеся, еже по образу, приимши, бо крест последовало еси Христу. И деюще учила еси презирати уба плоть, приходит бо, прилежати же о душе вещи бессмертней. Тем же и соангелы срадуется, преподобная Афанасия, дух твой. За любовь Господню, преподобная, покоя желания возненавидела еси, пощением дух твой просветивши, крепко бо звери победила еси. Но молитвами твоими противных шатания разори.